Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть в Binding of Isaac Afterbirth. Давайте-ка мы попробуем пройти кем-то, кем. Иден? Лилька? Кайном? Ну, давайте Кайном попробуем куда-нибудь пройти. Вообще, получится что-то или нет? Сейчас узнаем. Рабиновича? Лабиринтовича. Вот. Такое проклятие. Сантехник Лабиринтович Рабинович. Почему сантехник? Так проложил трубы, что все запутано, и это его проклятие такое. Что? Бред. Да, бред. Так и есть. Вот чего бы две тринки бы носить, это было бы классно. Потому что одна вот то, что нужно. Отмычка, в общем-то, вещь классная. Он отмыкает только сундуки, но классные. Ой, неужели это у нас Book of Revelations, который создает серии сердечки? И, ну, скорее всего, получается так, что... Ух ты, бомба. Давай, бомба. Взорви все. И, скорее всего, так получается, что благодаря этой книге боссами будут преимущественно всадники. Ну, ладно. А почему нет? Ай, как больно. Что она делает? Сколько мух? Ненависть. Ненависть к мухам. Ненавижу мух. Кстати, да, чтобы не было мух летом, надо на свои окна, которые вы открываете, или форточки, ставить специальные сетки. Спасибо, капитан Очевидность. Ох, усиление дамага. Как хорошо, как хорошо. Смотрите, как дамажит. Ух. Хоп, и нету негодяя. Кто там был? Неважно. Нету. А еще бомб. Отлично. Еще как раз есть бомба и неведомая карта, которая кредиточка, которая позволяет что-то вообще на халяву получить. Ну, например, в магазине. Где он? Кстати, мы его видели, он далеко, но пойдем, может, на халяву получим самый нужный артефакт, и он затащит всю эту чудесную игру. Сейчас узнаем, что там такое. Есть такое на халяву. Компас. Вы знаете, компас нужен. Мы его берем. А мы все берем на халяву, ну, кроме, конечно... Кстати, что это? Батарейка. Отлично. Батарейка, это же дает нам целую кучу серых сердечек. Я вот думаю, а может взять и бумеранг взять? Нет, пожалуй, не надо. Ах да, еще тут может быть монетка. Ну давайте уж, не скупитесь. Спасибо. Бумеранг, конечно, вещь прикольная. Но нет. Секретная комната. Где может быть секретная комната? Тут нет. Значит, все-таки у босса и... Тут же были камни, значит, не здесь. Как все сложно. Сейчас подумаем. Тут. Ох, а тут два места, где может быть. Ну, предположим, что здесь. И она здесь, и в ней некие пилюли. Пилюля с эффектом локдаун. Это пилюля с эффектом спид-ап. Еще один спид-ап. И это телепортация в никуда, наверное, к секретной комнате, возможно. Тут была бы секретная комната номер 2, но для этого надо бомб. А бомб нету. И еще раз батарейка. Что говорится, спасибо. И еще вот так. То есть серых сердечек хоть объешься. Прелестно. Но надо больше. Дайте больше. Больше. Ключей бы больше. Бомб. И лабиринт. Уберите этого проклятия. Лабиринтовича. Кто такой? Ой, сейчас мы... Ну, конечно, это всадник. Как неожиданно. После того, как получили книгу Откровений, Book of Revelations, и использовали ее, конечно, следующим боссом обязан быть всадник. Но не всегда. Ну уж на первом-то, на втором уровне наверняка. Скорее на первом, чем на втором. Так, что-то мы больше бьем мух, чем самого всадника. Ой, как интересно, это мы... Нет, это мы сдавать не будем. Нам нужен этот... этот крючок из крепки. Отмычка. Спасибо, больно. Ну, это естественно. Никакого другого артефакта тут ожидать и не стоило. Возможно, мы наберем целого мидбоя. Это будет прикольно. Компас уже показывает, куда идти. Но надо ключи еще. Компас-то компасом.
Но нужны и ключи. Без ключей-то не зайти никуда. Сколько их тут налетело. Особенно я ненавижу вот этих двойных пауков. Это просто ужас. Это хуже, чем двойные мухи. Это ужасно. И они все такие юркие. Ладно, если бы был какой-нибудь лазер самонаводящийся, который всех одним выстрелом, потоком уничтожает. Но нет. Чего нет, того нет. Половинка магнита. Ну нет. Чего нет, того нет. А вот нету самое главное, нету ключика. А ключик нужен. Ключик. Где мы получим ключик? Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Ключик. И, наверное, мы вначале пойдем сюда. Да ладно, вот такое сразу? Пфф. Игра пройдена. Нет, конечно, нет. Конечно, нет. Значит, нужно бомбы, нужно всего. Идем и все, обыскиваем. Ну, косы вот так вот получить. Это очень-очень хорошо. Отлично, у нас есть секретный... Вот, фу, что? Ключик. Для того, чтобы открыть... Что? Вот это. Магазин. Правда, тут я не знаю, что из этого стоит брать, и вообще стоит ли. Гигантские мухи-пауки, возможно, как бы и было бы неплохо. Только ж к чему, это ж надо применительно к чему-то брать. Это значит, я должен рассчитывать, что где-то там у нас может попасть, ну не знаю, какой-нибудь артефакт, который дает этих мух и пауков. А он-то может и не попасться, так что тут неизвестно. О, серое сердечко созрело, спасибо. Забываю. Может, лучше бомбу взять? Бомбу. Гигантские мухи-пауки. Отлично, но... Что я тут хочу найти? Еще ну, хорошо, еще сердечки пусть будут. Мы, вот, мы глянем тогда, что находится здесь. Раз уж мы это можем... Оказалось, ничего. Как оказалось, не показалось, и ничего тут нет. Половинка красного сердечка. Спасибо. Но, тем не менее, там два серых лежат, и мы о них помним. Я пытаюсь не забыть. Ну, как удачно вышло, вот просто вот прям как надо попало. Опять половинка красного. Хорошо, глянем, что тут такое. Это пин. Пин. Был пин. Это у нас усиление слез. Это что? Это черный мешочек, который рассыпает всякое. Но на самом деле тут брать нечего. Тьфу на него и на его... Сделки, лучше уж найти комнату с ангелом. Это было бы в разы лучше. А серые сердечки? Где вы там? Вот они. Ну, собственно, все. Ключей нет, 11 монеток. Можно было бы купить ключ, ну ладно. Мы еще об этом пожалеем, ну ладно. Уже жалею. Но нет. Платится. Так, чего там? Ну и как все раскидано далеко, ну попробуем смотреть, что тут. Ох ты. Наши любимые и нелюбимые мухи, которые еще производят желтых мух. Но нам за это хоть ключик дадут, а то вот комната с артефактом. А дали... не дали. Вообще ничего не дали, как это часто бывает. Вот он ключик, и у нас даже есть бомба, чтобы его подобрать, но может даже как-то получится и без бомбы. Вдруг еще отдельно дадут именно ключик. А бомбу можно было бы вот здесь использовать, чтобы... Надо. Надо будет еще ключик. Так, где они там? Эй, ты там, скелет. И такие ключик дали. Значит, что нам надо сделать? Вот это как все запутано. Нет, сюда не надо. О, серое сердечко. На самом деле это призовет всадника, а не то, чтобы вы подумали. Ладно, пойдем. Откроем тут этот артефакт. Жир. Повышение здоровья. Он чуток меньше стал медленнее ходить. Но зато здоровье уже 4 сердечки. Надо только добить красных сердечек найти. Какая пакость. Опять эти мухи. Батарейка. Ну, пока не надо. Там-то по максимуму здоровья. Только красных надо заполнить чем-то. Монетка. Полет бы. Кстати, раз уж мы тут. Телепортация к сделке с... всякими там нехорошими, нечистыми. Хм. Не хочешь ли, говорит, взять вот это? А вот не хочу. Второй раз зашел, плюнул и пошел дальше. Как-то смело, дерзко, так нельзя.
О, не, обидится. Обидится, получит в дюндель. Вот и все. Проблема решена. Ну-ка, вот это вот надо. Оп, им поплохело. А там еще одна такая есть. Хоп, и им еще сильнее поплохело. Так, вот, оп. Ну, не знаю. Дамажит ли это черная фекалия их или нет? Не знаю. Так, что еще есть? Где-то тут секретная комната. Возможно, что даже вот это она тут и есть. Комната появись. Да. И в ней кнопка. И как бы это сказать? Внезапный отстой, но мы поменяли бомбу, считай, на одну монетку. Даже как-то... Не знаю. Не солидно. Бомбу на монетку. Mm-mm. Так, что у нас еще есть? Еще есть куча комнат, кстати, и магазин, на который надо ключ. И вот этой бомбой можно было ключик взять. Но кто-то поменял ключ, по сути. Ну, то есть бомбу, с которой можно было взять ключ, на монетку, с которой не взять ключ. Но на одну монетку больше, типа. Круто. Не, не круто. Отстой. Руна, которая Ансус показывает нам все, все, что... Все секретные комнаты. Ой, как здорово, да только как нам их взять? Не знаю. Это есть вопрос. Вот вам бомбы, можете взять ключик, можете сходить взорвать. Все как надо. Дрин-дрин-дрин, дрин-дрин-дрин. Бомба взорвись подальше, отлично. Ах да, надо включить серое сердечко и опять пауки. Да сколько ж их можно? Спасибо, больно. Согласен, это было больно. Ничего, ничего, ничего. Сейчас мы их всех задамажим. Дамаг наше все. Давай, 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 давай. И тебя тоже. И тебя. И вас трех. И все. Из этого нам еще дадут что-нибудь классное. Ничего. Какое классное ничего? Как ваше ничего? Классное. Супер. Так, ну тогда мы пойдем вначале. Что? Как мы тут будем это все разруливать? Это вопрос. Значит, нам нужен ключик, чтобы попасть в магазин. Или открыть сундук. Или то и другое, можно без сахара. Давайте мы ключик. Теперь секретная комната вот здесь, как бы так, чтобы не промахнуться. Вот по центру вот этой центральной камушек. И там получить несколько монеток. Сердечки тоже неплохо, хотя монетки было бы лучше. Тем не менее, мы идем в магазин и за 13 монеток купим ничего. Чего-чего? Ничего. Ага, как плохо. Ну хорошо, сделаем экий такой некий финт ушами. Попробуем найти что-то в этом сундуке. Мало ли. Карта Стрэндж, которая ни о чем. Ну-ка, подождите. Стрэндж. Да ну. Добавила и убрала. Ни о чем. Ну, хотя бы ключик остался, и этот ключик нам поможет в следующем этаже получить... Вот, кстати, всадник. Получить доступ в комнату с артефактом. Ну, или магазином. Ну, конечно, понятно, что артефактом полезней. Так, а тут нам дадут, я так понимаю, вторую часть мясного куба, просто чтобы сделать больше нашего помощника. А вот в этой мы уже были. Здрасте. Вообще-то, может было бы взять, но нет. Нет, плюем мы на их предложения, такие отстойные. И идем дальше. Игровые автоматы, это интересно. И там что? Там, там кровать. Можно было поспать. Попрошайка с ключами. За ключа... С ключами. Ключевой. Как это сказать? Попрошайка ключей. Ключный. Ключник. Давай, появись. И ты тоже. Давай, 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 давай. Ну. Вот такое. Ничего, все в порядке. Все под контролем. Мы потихоньку проходим и пройдем. Или нет, или как. Или что. Ключик. Отлично. Где, кстати, артефакт? Ух, как оно все далеко. Ну, чтобы потом не возвращаться, глянем, что вот здесь было, вот слева. Мини-босс, нет? Просто куча мобов. Ну, как куча. Плодящих мук. Мук. Мух. Мухухух. И таки да. А, еще одну комнату сюда, конечно, не пустят. Бомб, чтобы
поискать секретные комнаты? Нет. Значит, спокойно идем дальше. Что могли, все сделали, как больно. Так и знал, что будет больно, но ничего не поделать. Хоп. Еще раз ключик. Небольшая комната. Вот тут-то нам какой-нибудь паук, в смысле червь, и зарядит своим гадким выстрелом. И застрял. Вот он и зарядил. Ну и ничего. С кем не бывает. Хе-хе. Так, что же это за карта? Старс. Телепортация в комнату с артефактом. На самом деле это плохой артефакт. Я его брать не буду. Он делает персонажа сильно уязвимым, что не надо совсем. Я не люблю. Это сердце. Потом оно будет летать за персонажем. И... О, а это жадность. И, собственно, персонаж будет неуязвимый, а уязвимым будет сердце. И если кто попадает в сердце, ну, считай, получает дамаг персонаж. Короче, нет, это плохо. Магазин, к сожалению, оказался жадностью. Ну, как к сожалению. Мы набили на нем деньжат чуток. Так, чтоб не так, чтоб много. Давай, взорви там что-то, взорви. Ах, пилюля с эффектом Tears Down. Типа вот... Типа у нас их много было. Так еще и даун. Печаль, беда, ну ладно. Так, что тут было? Несколько выходов. Какая большая комната и как плохо ее проходить. Долго, без полета. А полета было бы классно. Но полета нет. Может быть пока нет. Может быть и пока нет. Секретная комната могла бы здесь быть. Ведь могла бы. Ну, ее тут нету. Ну, значит, нету. Тогда, возможно, она там примыкает к комнате с артефактом или магазином. Так. Да ладно. Еще и слезок меньше. Ах, меньше слезок. А ну, как это взорвать? Ну, нет. Так вот, секретная комната тут не должна быть, а тут непонятно где. Вообще непонятно, где она. Тут как-то странное какое-то расположение этих комнат. Лучше не гадать, а наверняка открывать, но нету знаний, сведений о том, где какая комната. Так что нет, сама взорвись, отлично. Ну, я бы сказал, что тут секретная, или вот тут и... Она тут. Так, тут, значит, печаль в том, что у нас нету бомб. А надо как-то так поаккуратней. Вот. Все взорвать. Вот и блин уже. Ну ладно. Так, еще остались. Ух ты, оно пролетает насквозь. Значит, не надо так. Не надо так. Подтащим эти все каменные сундуки к одной бочке и взорвем ее. Вот как-то так. Если бочка была еще переносимая, можно было бы взорвать. Угу. В принципе, если получится, можно взорвать и от той бочки. Какая разница? Давай, двигай. Короче, взрываем. Скидыш, деньжата. Не так, чтобы много, но и то неплохо. И еще деньжата. Не так, чтобы много, но могли бы положить ключей там, не знаю, еще чего-то. Ну, хотя бы одну секретную комнату нашли. Бомб, кстати, могли бы положить. И вот оно зло. Это зло. Зло во плоти. Один из самых ужаснейших боссов ever. Forever. Ну, не считая, конечно, еще нескольких других, типа Blood. Типа... называется, не помню, который большой фекальный желтый босс. Это вообще кошмар. Пилюля. Батарейки, ну ладно. С эффектом Hells Down, отличный эффект. С эффектом Larger и с эффектом Bad Trip. В общем, все, что могли, испортили вот только этими пилюлями. Обалдеть. Ну ничего. Ничего, я думаю, как-нибудь с этим будем прорываться. Пятый уровень. Ох. Хо-хох. Куда идти? Кто тут где-то двойной какой-то босс? А чё он двойной? Это не Excel? Нет, это просто два будет там босса, и это будет плохо.
И как интересно к этому боссу подходить. Ну ладно. Вначале вот... Ох ты, ты чё тут прям такие вот недружественные создания. Ух, еле-еле. А ну тут что? Мини-босс, который что? Который нам сейчас будет тоже лазером отжигать. Ну вот, все нормально. Повышение здоровья. Вернулось сердечко. Было бы так 5. А так их теперь вот не 5. Вообще печально, но ладно. Сие печально. Мы прорвемся и так. Даже в бой пускает. О, 5 сундуков, 4 сундука. Ну там бомбы надо. Это отстой. Вот сразу. Лучше бы там положили бомбу в этот сундук, чем вот этот отстой. Ну ладно, может мы еще вернемся, найдем бомб или купим. Попробуем прорваться к этим. Или сейчас выпадет еще бомба, было бы хорошо. Так, их... отлично. Маски не держат удар косой. Вот такое. Коса круче. Монетка. Неужели монетка? Вот это щедро. В сундуке сундука, в нем пилюля, а эта пилюля... Бомбы становятся ключами внезапно. И самое печальное, что, ну, они-то стали ключами. А ключей-то не осталось. Вот такое. Еще монеток, потому что... Почему бы нет? Секретной комнаты. Ну, может быть, здесь или не быть. Или не быть. Тут не может быть, потому что она уже там примыкает к комнате с боссом, а этого не бывает. Опять эти ангелочки. Это все из-за них. А, совсем нет. Так, а где же мы найдем ключей теперь? Нам дадут ключей? Кто-нибудь нам ключи даст? Нет? Это будет босс-всадник двойной. Какой-нибудь. Два всадника. На самом деле, два всадника это не весело. Как оно свою пасть-то тянет сюда? Интересно, тут... Тут может быть секретная комната. Или, как всегда, поди ж ты угадай, где она. О, как. Два ключа. Два ключа надо. Опять батарейка, ну... Нет. Сейчас так пробежим, успели. Бомба для чего? Бомбы... Ладно, бомба это классно, но надо ключи. Ключи, ребятки, ключи. Давайте ключи. Ключи! Ключи. Это точно не ключи. Ну, например, камень с крестиками, в нем ключи. Нет. Не сегодня. Что, может, тут? Отлично. И тут ключи. И даже тут не ключи. Да ладно. Чё я туплю? Какие ключи? Хё. Правда? А вы заметили только. Какие в пень ключи? О чем ты говоришь? О май гад. Ножа отмычка. Ключи. Квадровыстрел. Это вот за то, что я тупил и понял, что я тупой. И за это мне вот, да, наступил на шипы. Ключи. Я забыл, что у нас отмычка. Конечно, она тут не действует, но на сундуки она действует. Сундуки. Ключи, сундуки, ла-ла-ла-ла-ла-ла. А вообще-то да. Вот мы идем к сундукам, чтобы их открыть. И, возможно, это ж тут было. Может быть, получить ключи из сундуков. Кстати, бомбы появились, все как надо. Вот тебе ключи, бомбы и что хочешь. Но надо ключей больше. Ай, да ладно. Но квадровыстрелы, это, знаете ли, уже весело. А если бы он еще тут... Быстрее, дальше, сильнее, но все фишки, чтобы были. И вообще, нам надо комнату с ангелом. Где она, кстати? Кстати, где она? Если вот так взорвать... Ну, я не знаю, там... Может быть, а может и не быть. Тут угадывать очень тяжело, где секретная комната, поэтому, наверное, не стоит. Как здорово. И ключик дали. И серое сердечко, и... Ой, а магазин-то с какой стороны-то? Ах, это отсюда надо идти? Ничего себе.
Ну, бывает, чего ж нет. Цыпа, 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 цыпа. Иди сюда, иди сюда. Иди отсюда. Так, кто успеет? Удваивает количество ключей. Теперь ты их... Ну, нормально. Терпимо. Какой теперь у нас персонаж стал жутковатый. Монетка. Где-то я вот этот бумеранг уже видел. И пилюлю эту где-то видел. Она была что-то не очень хорошей. Короче, магазин ни о чем. Где вторая секретная комната? Без понятия. Идем, значит, выносить боссов. А, да, вот еще комната. Но нет. Кубик зачем? У нас вроде не так и плохо. Конечно, может быть и лучше. О, как внезапно. Один такой и один не такой. Какой-то, блин, шведская семейка. Хорошо, это команда R на службе зла. Демоны. Тогда D. Свободен. Повышение здоровья. Отлично. А тут нам предлагают злобную книгу. И черные сердечки. А мы не возьмем твоих книг. Мы уже три раза ему отказали. Может, ангел появится уже? Или он как бы посмотрел на это и сказал... А тут уже и мамаша будет. Ох, как печально. Да ладно. Фух. Фух-фух-фух. Это что тут? Уже мамаша ха-ха-ха свое делает. Не сметь делать ха-ха-ха. Ну вот, блин. Блин-блин-блин. Блин-блин-блин. Блин. Взорвать. Возьмем. Бдыщ, сердечки классно. И бомбы не классно. Ну, короче, тут мы пошли, тут наступили, тут отступили, и все классно. 36 монеток. Ну, надо глянуть, что в магазине. Конечно. Если там ничего, тогда идти и пытаться разобраться с... ну, вон есть комната с игровыми автоматами. Ну и, конечно, артефакт, который где-то... Где-то далеко вверху. Бомба. Дело, но... Ну, сдержал мидбой этот самый, который, ну... Мидбой. Ну, вы поняли. А мне кажется, что магазин с той стороны. Надо заходить. Ну, ничего, как-нибудь дойдем до ваших магазинов. Черное пятно их не дамажит. Хорошо. Игровые автоматы, и тут, ну, тут всякое, особенно вот это интересно. Но того автомата, который дает защиту, что-то не видать. Печаль. Так, еще бомба. Ай, дай бомбу. Бомбу давай. Какой-то глаз, который что делает? Эффект замедления. То есть иногда вот эти красные, наверное, выстрелы будут затормаживать врагов. И, ну, наверное, на боссах это будет хорошо смотреться. Эти магазин оказался совсем не туда, куда я думал. И хорошо. И в магазине у нас... собственно, вот эта штука понадобится ровно один раз. Хм. Пилюля, кажись... Поганая вот эта пилюля. Ну, блин. Больше-то мы ничего не возьмем, так что хоть это купим. Один раз появится босс, с которого выпадет лут. Это будет... Ух ты. После мамаши босс, который в вомбе первом. Вот, только для этого мы и купили, чтобы мы смогли там выбрать... Может ли быть тут секретная комната? Нет. Ответ нет. Ну тогда мы глянем, что там было. Еще раз. Вот там еще внизу комната. Но, пожалуй, наверное, далековато. Так, и дамагу как-то маловато. Дамагу маловато. Да, могу, но маловато. Что, пойти в ту, которая внизу комната?
Там, наверное, тупик. Скорее всего, тупик. Так что даже и пытаться не стоит. Идем к мамаше. Ну, как-то, да. Это, кажись, поганая пилюля. Не такая и поганая, но и непонятно, что делает. А что мы тут можем сделать-то? Ничего. Что из этого нам надо? Ничего. Пошли сюда. Окей, окей. Здрасте. Нормально, чё. Ну да ладно, да ладно. Вам понравилось. Иначе бы не топали. Свободно, до свидания. И опять не ангел, да что вы? Ну тут уже крамбус. Что же он нам даст? Ну, во-первых, люлей хочет дать. Во-вторых, башку, которую мы ни в жизнь не возьмем. Зачем она нужна? Нет, это, конечно, делает бадабум. Но нет. Генератор серых сердечек поменять на вот эту. Да ни за что. Так, из этого что нам надо? Куда мы будем ориентироваться на поход? Кого мы хотим накостылять? Вот я не знаю. Защиты мало, почти нет. Хорошо, давайте вот так. Я подумаю, либо это будет Айзик и потом сундук, либо же только до нечистого. Как получится. Сейчас посмотрим, что тут творится. А тут творится всякое. Cruise of the Blind. Мы чего не видим? Мы не видим, какие артефакты. Типа вот, это же надо вот так испохабить единственный артефакт, который мы купили в магазине. Повесить на него Curse of the Blind. То есть мы не... Будет два на выбор артефакта, но какие, мы не знаем. То есть, ну я так думаю, что либо это будет... Что это такое? Range up. Отлично. Хоть что-то. Хоть уже дальше летит. То есть это либо будет... Ну, скорее всего, будет босс-всадник, я так думаю. Да, комната... Одиночная, так что всадник. Ух ты. Вот, но... Блин. Ну, серьезно, это печаль. Действительно смешно им там. Единственный артефакт, который мы купили в магазине, и его нам, по сути, его действия, где он мог бы пригодиться, он, ну, в общем... Нет, он предоставит выбор, но... Ай, обидно, но за это мы им отомстим всем. Кому всем? Всем. Им всем. Ключик. Секретных комнат по бокам нету. Ну, естественно, там же примыкание к комнате с нечистым. В смысле, с боссом. Тут взрывали, ничего не было. А там, не знаю. Ну... Разок можно взорвать. И ничего нету. Вверху двух не должно быть. Тут тоже не должно быть. Тут не, ну, видно, что нету. Сюда идем. Давай. Цып-цып-цып. Ну уже. Ха-ха-ха. Вот здесь внизу может быть секретная комната. Или нет. Или нет. Тут, конечно, не должно быть. Тут вот он, игровой автомат, который, в общем-то, нам и нужен, но потом. Сейчас мы еще так обойдем, может, найдем какую-то секретную комнату. Вот она могла бы быть тут. Значит, могла бы быть. Может, она там и есть. Тут не должно быть. Но тут может быть. Ну, давайте посмотрим комнату, которая примыкает. Ах. Муху дашь? Не даст. Ишь ты чё? Нет, ну все-таки тут может быть секретная комната. Типа? На. Ну давайте попробуем. И таки она тут есть, и тут радужная фекалька. Ну, хотя бы она радужная. Напоминаю, что если ее раздавить, в отличие от
разных простых фекалий. Вообще никаких, в которых ничего может и не быть. Это точно исцеляет все красные сердечки, что отлично, неплохо. Давайте так, отлично, это не отлично. Для секретной комнаты это ничто. Но, по крайней мере, не так плохо, как могло бы быть. Нам нужно еще две защитные орбиталки. Что-то, например, нож и муха. Ну, или, например, две мухи. Это было бы очень здорово, но где же их взять? Зачем там такая комната тупик? Уж не секретная. Нет, там ничего нет вообще. Тут секретной не должно быть. Она может быть здесь, может быть здесь. Также и тут. Может, тут нет. А может и там. Но это уже три... Пардон. Три бомбы надо проверять. Мини-босс. Бомбермен, который вообще оборзел и ходит прямо... Ну все. Уже не оборзел, но оборзел. Секретная комната могла бы быть тут. Ну или не быть. Или не быть. Стоп. Почему это мы тут бомбу-то оставили? Нет. Короче, нам остается найти только комнату, которая примыкает к одной комнате. Вверху все осмотрено, тут не должно быть, тут, ну, естественно, нету. Здесь, вот здесь, может быть, где-нибудь вот здесь, вполне вероятно. С этой стороны вообще не должно быть секретных комнат. Ну и здесь тоже выбор невелик, по сути, скорее всего, нет. В бой пустят, интересно. Пускают? Ишь ты, не боятся? Вот, может, секретно примыкать и к бою. И в бою дают... такое. Как вообще посмели такое-то давать? Ух ты. Прямо в печень. Или что у него там? Чап. Пасть открыл. Кост туда напихали. Все. Следующий. На что это разваливается? Не знаю. Взорвалось и... Чего там было? Ничего нету. Хай приезд. Ну, можно взять. А потом вернуться за этой картой, вот аж сюда. Или нет, или забыть про нее, ну и не вернуться. Давайте мы поищем тут секретную комнату, которая тут нет ее тут. Так, значит, остается та большая комната в виде буквы Г, в которой что-то может быть. В смысле, секретная комната, которую мы ищем для того, чтобы... Ну, вдруг там что-то есть. Так, начнем отсюда. Здесь... Тут. Ну, остается только здесь. Вот где-то тут. Ха! Белое сердечко. Отлично. Берем. Это будет у нас... Я надеюсь, что мы не сплохуем с боссом, и все будет отлично. О. И, кстати... Блин. Ну что ж. Нам нужны две мухи. Автомат, дай две мухи. Пожалуйста. Он дал муху, но эта муха не присоединилась к нам, как защитная. Эх, плохо. Не знаю, зачем этот ключик сейчас нужен. Он уже не нужен. Монетка. А, конечно, еще бы дальше ее поставила. Ну, хотя бы еще одну муху. Ну, дай что-то. Автомат. Давай, не жадничай, да побольше, больше, больше. Серое сердечко, отлично. Желтая пилюля, которая... Локдаун. Ну уж нет. Такие пилюли себе бери. Блин, как монетки-то вылетают-то? Еще сердечко. Ну как их ловить-то? Все кончилось. Ух ты как! Как-то так получше зайти-то. Ох, как-то зашел. Давайте снизу будем так его. Пилюля с эффектом телепортации. Хорошо. Ну, муху дай, чё. Монетка. Сердечко. Ох ты. Пилюля с эффектом неизвестным. Ну, по сути, все.
Так, карта. Сейчас вот так вот это взорвем. Лишь бы не задело. Угу. Телепортируемся куда-то. Ну, что делать? Пойдем, подберем остатки всего, что там осталось. Где это хоть было? Не помню, где-то дальше. Где-то вот здесь. Так, это пилюля локдаун. Себе оставь такую. Хематематезис, как вот оно, кстати, внезапно. Хай приестысы. Ну, еще пара монеток. И, ну, вот так. И вот с этим идем к боссу. И не забыть бы еще вернуться за картой. Хотя, можно и забыть. Босс, это всадник. Как ни странно. На тебе, вот, бдыщ, и мы еще добьем. И, конечно, мы берем это или это. Отлично. У нас теперь мидбой, который бегает и всех жрет. Это неплохо. А здесь нам дают... ну, спасибо. Сейчас мы сделаем кое-что. А, так даже прикольно. Нет, мы... Надо серые сердечки оставить. Там была батарейка. Значит, это... Эх, она же пропадет. Нет, мы не будем этого делать. Мы заберем нашу книгу. Вот видите, пропала. Нельзя часто заходить в комнату. И хорошо, что она сразу-то не пропала. О, комната-то с ангелом. То есть я хотел пойти взять на батарейку еще белое сердечко сделать. Чтобы у нас на следующий уровень было 7 красных сердечек. Вот такая вот была идея. Но я так... Подумал, что это слишком опрометчиво, потому что ведь комната закроется и больше не откроется. И там останется наша чудо-книга, вот эта, которая сейчас у нас. Книга откровений. Ну, поэтому вот так все произошло. И мы идем к следующему уровню, где найдем следующие какие-нибудь... Я что, бомбу нажал? Я не хотел. Какие-нибудь классные вещи и завалим босса. Да. Так, что дают, куда идти? Не знаю, пошли вниз глянем. Для начала глянем вниз. Вот это зло. Так, как хорошо батарейка упала, прям... Прям в нужнейшем месте. Это чтобы жадность не появлялась. Спасибо, как вовремя. Так, а мидбой уже как бегающий помощник. Может ли быть тут секретная комната? Ответ, в принципе, да. Ну, а так-то нет. Все, что ли? А, я тут промазал. Как можно промазать? Значит, как-то можно. Ух ты, ух ты, ух ты, тихо-тихо, попроще. Вы к этому турельке попроще относитесь, да и вы тоже. Ключик, ключик, монетка. Тут может быть секретная комната? Да тут может быть. Да где угодно она тут. Ох ты, какие злые вещи. Медбой, жри. Кусь-кусь, кто такой? Карта, пилюлька с чем? Да бери ты ее уже. Телепортирующая. В этом что-то есть. Можно будет потом за ней вернуться и... Не знаю, спасибо, нас заделал. Так, где тут что вообще? Вон еще какие-то комнаты, которые, может, стоит и посмотреть, чтобы потом не возвращаться. Как-то так. Что тут такое? Это был мозг, и его уже нет. Там, наверное, путь к боссу уже неизвестно. Серое сердечко, хорошо. Глаз, ничего не знаю, само взорвалось, я не трогал. Еще ключик, который все открывает, но открывать-то тут... Да, в общем-то, и нечего. Окей. Так, одно серое сердечко есть. А может, стоит все-таки глянуть, что тут такого вот прям невероятно классного. Ох ты как. Что? И что? И отстой какой-то. Ну и ладно. Потратить. Надо было взять пилюлю телепортации. Что-то я затупил-то. И оттуда вытелепортироваться. Вот так вот я хотел сказать. Сказал, как сказал, все правильно. Теперь что? Что тут где у нас? Вверху. Ну, это к боссу, наверное. Ну, давайте глянем точно. Боссу, не к боссу. Ой,
Чё-то чуть не задели. Ну, нет, не задели. Так, как тут, чтоб взять и что-то взять? По сути, ничего тут хорошего и нет. Ух ты, ух ты, ух ты, как внезапно. Так, мы просто аккуратно идем сюда. Спасибо. Спасибо, спасибо. Я спокоен. Так, все нормально. Все под контролем. И мы их троллим. И еще одно серое сердечко. И там как-нибудь на мамаше разберемся. Наверное. Тут может быть секретная комната, чтобы зайти в комнату с боем? Нет. А жаль. А в бой уже не пускают. Ну еще бы. Столько раз получить люлей, как бы, говорит, недостойным. Вообще. Вы свою харю рогатую видели? Нет? Вот недостойны. Так нам и говорят. Зря. Так, где же еще? Где вообще может быть секретная комната? А, та, которая граничит с двумя. Ну, например, тут вот только снизу. Не может. Просто не может. А тогда, например, и здесь не может. Ну, как? А тут я проверял, нет? Ну, давайте, чтобы уже тоже нету. О, как? Тут нету, там нету. Значит, она где-то примыкает к большим комнатам. Ее найти от этого будет только сложнее. Телепортирующая пилюля, спасибо. Как хорошо, что мы знаем, что ты у нас есть. Тут, наверное, секретная комната. Таки да. И в ней жадность, как бы говорит. А вот вам. Вот вам монет. Что хотите, то с ними и делайте, но ничего вы не сделаете, потому что... Что вы с ними сделаете? Ну и то правда. И сюда нельзя прорваться. Вот так, даже тут железная арматура, типа не пробить бомбой. Здрасте, ребята. Вот такого не хотели бы? Конечно, нет. Кто ж такое хочет? Батарейка. Да, берем, спасибо. И тут куча всякого. Кто попал? Это, между прочим, сердечко. Вот так попал кто-то. Да как опять-то? Блин, ну это печаль какая-то. Как специально. Ну, хоть тут дали серое сердечко, спасибо. Значит, что мы не нашли? Мы не нашли секретную комнату, которая примыкает к одной комнате. Возможно, она тут. Она тут, и в ней всякое. Плюс серое сердечко, полет, усиление дамага. Да вообще, тут отличная комната. Почему таких часто не бывает густо? Так, итого. Еще батарейка, чтобы... Еще серое сердечко и еще одна батарейка, чтобы еще одно серое сердечко. И еще вот эта штука, усиление дамага. Вообще, вот все классно, кроме того, что нету защитного вообще ничего. Даже мидбой, который был защитный, тот уже что-то незащитный. Что-то вообще никуда не годится. Ну ничего, ничего. И опять же, в бой не пускает. А что в бой не пускает? Уже у нас все как надо. А мы давайте глянем с той стороны, может... Может, что и будет. Кстати, телепортирующую пилюлю надо все-таки как-то, да, использовать по назначению. Ну, думаю, на мамаше не потеряем столько сердечек, что прям аж вот много. Нет, в бой все равно не пускают. Говорят, нет. It lives. Привет, lives. Раз глаз. Два глаз. Три глаз. Больно. О, мидбой жрет. Чё там, доедай быстрее. Приятного аппетита. Так и опять предлагают вот сюда. Ну что вы за люди такие? Кошачьих два артефакта. Вот как бы намекает они. Хочешь ли летающего котенка Гаппи? А вот это не кошачий артефакт. У нас есть кошачий только вот этот, как он, ошейничек. Вот если бы их было реально тут два, я бы взял. Но тут только один, а второй попадет ли?
появится ли, неизвестно. Так, взяли мы белую, белый слайд, значит, наверное, пойдем все-таки по белой линии. Почему нет? Сходим по ней. Вот, телепортационную пилюлю не брал. Почему не брал? Потому что карта Devil остается, она на месте, и ну и все. Серых сердечек там не осталось, есть батарейка, мы сейчас быстренько слетаем, ее включим, получим серое сердечко, очень надеюсь, что получим. О чем мы не взяли батарейку тогда? Потому что она, наверное, была где-то вот в недостигаемости. И у нас будет 5 серых и 7 красных сердечек. Ну, наверное. Я так думаю. Плюс у нас есть супер отмычка, которая позволяет вскрывать золотые сундуки. И если мы дойдем до, собственно, сундука, это будет очень к месту. Итак, собор. Собор, что? Curse of the Blind. Сразу Curse of the Blind, чтобы вы не видели, какие тут артефакты. Типа, их тут много. Бомба. Вот просто бомба. Эй, а что взорвалось так, что нас задело? Это неправильно. Так не должно было быть. Ну, почему-то было. Начинается. Не надо было сюда просто лезть. Да и все. Минус один. Сейчас, надеюсь, будет минус два. Еще чуток. Да, кто остался еще? Какой-нибудь Локи. Нет, не Локи. Три червя. Это проще, чем Локи. Ну, в общем-то, и Локи не сильно бы нам тут чего помешало. Мини-босс. Мини-босс. Тут бывает именно что мини-босс. Да, это Ласт. И за нее дают... Отлично. Отравленное касание. Это хотя бы... Ну, пускай будет... Почему нет? Чего ж нет-то, если вещь хорошая дают? Почему нет? Нам бы еще каких-нибудь, ну, может, пилюль, которые усиливают скорость, темп стрельбы, вот так скажем. Больше слез было бы классно, но нету. Пока нету. Че? Че? Ты кто? Он что, бессмертный? Да нет. Еще раз? Бессмертный, типа. Ну, блин, и попало ведь. И защиты-то нету. Вот чего нету, того нету. Эх, а где же батарейки все, которые как вот сейчас нужны, а нету, действительно. Что там за комната? Комната с шипами, мы в нее точно попадать не хотим, потому что, ну, вот нету здоровья. Как-то не то. Не то уже, что было. Сундучок, в котором ничего хорошего. Ладно. Так, повелитель мух или кто это там? О, мы же зарядили уже артефакт, отлично. Ох, там еще один такой же самый, но это неудивительно, комната большая. Серое сердечко, очень в тему. Собственно, босс, он где-то там, идем сюда. Внезапно и задели ведь, вот, блин. Я тут постою, а вот мидбой их пожрет. Это отличная идея. Всем нравится. Вот, и нас не задевает, и мы задеваем. Одного касания было более чем достаточно. Да вон и мидбой, думаю, их там завалит. Получите, вот вам, поможем чуток. Вообще, какой гад. Ну, серое сердечко, в смысле гад, это вот эти вот мини-гурди. Наш мидбой красавец, это больше таких мидбоев. Так, что такое? Что, почему? Один он или не один? Как ни странно, он тут был один. О, ладно. Вот как плохо. Как же плохо быть таким плохим. Отлично. Опять всадник. С пауками. Всадник. Паукорассадник. Сердечко. Не то оно, но ладно. И тут ничего нет. Как так? Что, неужели секретная комната? Вот она, и в ней... Интересный автомат такой себе. Ну-ка, давай автомат. Правда, у нас чем-то. Карта колесо удачи. Покажись. Давай. Мы ждем. Мух, две мухи. Что там выпало? Бомба, фух. Ну, знаете ли... Еще монетка. Еще две монетки.
Ребятки, давайте нам мух. Это что? Телепилс. Что ж это было-то такое? Ну ладно, тут еще что-то есть. Еще карта, и это Иерофант. Отлично. Еще два серых сердечка. Вы знаете, мы ее даже, может, тут положим где-то. Этот Иерофант. Вот, пусть лежит. После Айзека можно будет зайти подлечиться. Дальше карта High Priest. Можно будет на Айзеке использовать. Ну и Devil можно использовать. Так, еще карта. Ой, он лопнул. Еще один Иерофант. Ну и мы ее пока подержим. Нам столько серых сердечек не совсем к чему надо. Тут мы возьмем, наверное, вот это. Перед боссом. И пойдем к боссу. Будет его дамажить наша птичка дохлая, которая наверняка появится. Ну и, собственно, мидбой лично. Вот, птичка, появись. А чё нету птички? Где эта дёхлая птичка? Почему она не работает? Когда она срабатывает? Еще попали два сердечка. Ай-яй-яй. Мидбой. Ты куда ушел? В общем, птичка себя не оправдывает. Еще раз попал. Вот гад. Ну, тут сам дурак. Это понятно. Ай. Получи. Не получила. Вот сейчас получишь. Сейчас получишь. Ну вот возьмем, чтобы уже на красное не пришло. Хотя они там валяются. Без проблем. Свободен. Так, разобрались. Теперь все обратно собираем, что можем. Побольше всего. Надо же было мамашей топнуть-то по нему. Да я что-то не топнул. Быстрая зарядка. Спасибо, не надо. Вот золотые сундуки вскрывать, это нам понадобится. Devil или Иерофант. Что же лучше? Я думаю, Devil сильнее дамажит. Иерофант, серые сердечки. Дамагу, думаю, хватит. Телепилс. А ну-ка, давайте телепилс. Интересно, куда? В никуда. То есть можно было сюда... Ну, ладно, такое. Там можно было использовать где-нибудь там, на следующем уровне. Ну или нет. Значит, что тут у нас? High Priest, Иерофант, Devil. Два серых сердечка или дамаг? Ну, пускай будут серые сердечки, потому что... Ох, там что будет-то на этом уровне? Страшно представить. Ну, нам не страшно. Итак, сундуки. Покебол. Ставьте себе PHD. Это можно взять... Вот и пилюля какая-то подогналась. Увеличение скорости, да, что вы. Это у нас Sticky Feet, это значит будет что? Угу, замедляющая. И муха, которая... Муха. Все, пошли разбираться, кто тут, почему ничего не слышно. Тут пины, и их было несколько. Это их проблемы, ничего не знаю. Куда босс? Наверное, сюда все-таки. Всадники. Числом 2. Ну и отлично. Минус 1. Минус сейчас 2, надеюсь, будет. Нам... Ох ты, паук. Как-то и не приметил паука. И сундук почему-то не золотой. Но предлагает прыжок. Летающему персонажу такое предлагают в наше время. Это какая-то ерунда. Вот спасибо. Вот как здорово, что нам тут долбанули-то этой штукой. Но зато теперь стреляем монетками. Нет. Могли бы сделать хотя бы косы золотые, хоть что-то было бы похожее на эти монетки. Ну ладно. Не монетки, но дамаг-то усилен, так что уже в плюс. Хотя да, серое сердечко. Ох ты, вот они. Гадкие гурлингсы. Съели, получили. А сейчас можно будет... Ох ты, вот этот плохой босс. Плохой босс, вообще плохой. Уже этого босса только еще штук 10 боссов. Ага, не успел, сам виноват. Итак, мы добавляем серое сердечко. Там есть батарейка, можно будет добавить еще одну. Нам, кажется, сюда надо. Как-то мы их вроде... Ай-яй-яй-яй. Вот.
Всего-то две фекалины. Фекалюги. Это что-то полезное. Это будет глаз, который иногда летает, появляется и стреляет так же, как персонаж. Что-то типа такое. И летит, пока не встретит препятствия. Опять что-то непонятное. Что тут? Это пины. Опять пины. Опять пины. Сколько их тут? Вот этот глаз. Да, он летит и стреляет косами. Внезапно, но пускай. Почему нет? Секретная же комната. Ну, если тут нет, тогда даже и не знаю. Ее нет. Искать чего-то тут, я думаю, нет смысла. Ну, что мы тут найдем? С другой стороны, а вдруг мы найдем ключик, который откроет мега нечистого, и можно будет его тоже, так сказать, попробовать пройти. Ну, только ради этого можно тут поискать чего-нибудь. Рожок был. Карта, которая... Мир. Покажи нам мир, карта. И что она нам показывает? Вот, там была секретная комната. А тут кто? Мини-боссы, которые... Мини-боссы. Просто мини, просто боссы. Вот спасибо. Не зря, значит, не зря, да. Ходили отстой. Это отстой, естественно. Ну, так что, пошли глянем секретную комнату, раз уж мы ее видим. Почему бы нет? Ну и в ней, как водится, фирменный отстой. Но есть еще одна секретная комната. Да ладно уже. Какой там такой ключик? О чем вы говорите? Хе-хе, ключик. Но, с другой стороны, комнат-то еще много. Нам еще одну пройти, чтобы... Ух ты, елки. Самая невыгодная комната, какая могла была быть. Чего выпендриваться? Надо было просто... Ай. Просто надо было идти к боссу, да и все. Нет, мы выпендриваемся. У нас тут, понимаешь, выпендрешь, мы крутые. Должны все обсмотреть. Обсмотрели, лучше не стало. Вообще ни разу. Вот блин. Ну вот. Еще одно можно сердечко получить естественным путем. Ну вообще-то у нас есть еще, конечно же, Иерофант. Ну блин. Хватит выпендриваться, никаких ключей не будет. Значит, делаем вот где оно. Вот ты где? Вот так. Аэрофант на боссе используем и, собственно, будем кушать сердечки, которые там попадутся. Это такой вот шаг. Секретные комнаты, которые надо, мы нашли. Все. Аэрофант, спасибо. Начинаем убивать. Ой, а у него наводящиеся выстрелы, что внезапно напоминает нам о бренности всего сущего, тщетности бытия и о том, что мы не нашли никаких защитных штуковин. Ну, это же печально. Ну, так, полупечально. Серые сердечки, берем их все, какие есть. Да, больно, но... Ну, ладно. А были бы защитные мухи. Ах, как было проще. А была бы маска. Было бы тоже просто. Так, ну вот мы и прошли, собственно, это. Теперь можно глянуть и остальные комнаты, просто ради интереса. Что-то могло бы быть. Неинтересно, но глянем, почему нет. Почему бы не глянуть. Отстой. Очередной отстой. Да, уже больно, но не так, как могло бы быть. Какая-нибудь секретная комната, может быть. Ну, тут не могла. Вот тут. И она тут, и в ней. Просто пилюли. Balls of Steel внезапно. Как они сюда попали. Перкс. Что-то там улучшилось. Health Up. Вот тоже внезапно. И Шири Харя. Уже у нас такая была одна. Вот уж шире, так шире. Но мы глянем и остальные комнаты, поскольку уже смотреть тут больше нечего. Босс, так сказать, забит. Теперь у нас вот, собственно, сам босс этого уровня. Летает всех, ковыряет. А, Гурди, ты чё мне тут решил? Испортить уровень? Даже не думай. Уходи, Гурди. Хо-хо-хо-хо. Да, такое. Покебол. Ой, они какие-то синие. Это что означает... Яростные или что?
О, наконец-то. Где же ты было-то раньше? Ну вот. Бомбы, которые на маленькие распадаются. Что-то типа такое. Мы, говорит, прокачали ваши бомбы. Там так написано. Что поместили в них бомбы. Чтоб ты мог взрывать бомбы, когда взрываешь бомбы. Мешочка в нем. Еще одна. Two of Spades. Я просто ищу, но вдруг попадется какая-нибудь интересная карта. Вот последняя комната, которая может что-то нам приоткрыть. Какие-то тайны этого уровня. Небывалые секреты. Невероятные истории. И она приоткрывает нам сундук красный, в котором пауки. Все. Ничего больше тут нету. Уровень пройден. Ключик какой-нибудь не найден. Жалко. Берем покебол. Зачем? А почему нет? Да ладно, не надо нам это. Покебол. Мы пойдем и завершим прохождение. Ну что, нормально, летающий вот ангел. Все хвалят косами. Это у нас такой ангел возмездия и смерти всех монстров. Правда, он почему-то пошел по белой линии. Ну, бывает, почему нет. Тут тоже надо навести шухера, то вообще оборзели в конец эти все. Кто тут был в этом уровне? Получили прочухана. Уровни очищены. Все зло оттуда истреблено. Красота. Это мы все видели. До свидания. Все, прошли. Всем спасибо за внимание. С вами был Джага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч.